22 годам у меня не было девушки. Ни разу. Даже в щечку не целовал прекрасный пол. А 22 года – это уже не подросток. Тогда я решил, что пора бы быть поактивнее в этом вопросе. Да и подгорало у меня уже. Зарегистрировался на сайте знакомств и понеслось. Сразу скажу, что я слегка стеснительный и мне тяжело начинать разговор. Но если есть общие темы, то не растеряюсь, всегда найду, что сказать. Понравилась одна женщина. Списались. Общались около недели. Договорились о свидании. День X. Вечер. Я недалеко от кинотеатра стою с букетом хризантем. Жду. Жду час. Второй час. Прождал почти 3 часа. Цветы в мусорное ведро выкидывать жалко было. Прохожу мимо кофейни. Купил кофе и подарил девушке цветы. Она сразу догадалась, в чем дело. Угостила меня бесплатно булочкой, чтобы не раскисал. Вернулся домой. В чате девушка очень извинялась. Написала, что случилось нечто очень важное и не смогла прийти. Ладно, всякое бывает. Договорились встретиться на следующий день. Я опять стою с букетом цветов. Дамы нет час. Я злой как черт. Опять иду домой. Опять подарил букет цветов девушке в лодке, где кофе продают. Ничего покупать не стал. Психовал жутко. И опять в чате извинения. Что не получилось, задержали в последний момент на работе и что-то там с ее щеночком. Договорились встретиться на третий день. Иду с букетом цветов снова в кинотеатр. Но прохожу мимо лодка с кофе. Продавщица молодая девушка, которой я 2 дня подряд дарил цветы. В этот раз с прической накрашенная. Смотрит на меня в упор. Улыбается. Я невольно тоже улыбнулся. И вместо кинотеатра пошел к ней. Сразу подарил цветы. Она спросила, не хочу ли я научиться варить вкусный кофе. Завела в крохотулечное помещение. Весь вечер мы друг другу травили байки из своей жизни, пили кофе и смеялись. Вместе уже 4 года. Год назад родился сын. Кстати, не знаю, пришла ли та девушка на свидание в кинотеатр. А на сайт знакомств больше не заходила.